Вы же делаете экспертизу. Как вы объясните, как тогда это все происходит? Спасибо. Непосредственно оценивать ваша комната, а не средняя рыночная стоимость. Цель города, квартира. Я правильно пишу. Центр города — это Кировский, Ленинский район. Квартиры намного дороже. Ворошиловский, Первомайский район намного дешевле. Суворовский тоже дешевле. И это получается средняя стоимость. Поэтому рассчитывается стоимость непосредственно в Ворошиловском районе. Звонила по номеру телефона, который нам дали по поводу жилья. Нам сказали: да, все молодцы, вы получите, но в марте месяце пройдет только аукцион. Какой район вам предоставит жилье? Получите вы квартиру, дай бог, в сентябре. И называют такие районы: Суворовский, Левенцовский, Кладовский. Нет, вы не поняли, подождите, вы не поняли вопрос. Я говорю: извините, я все же прожила как бы в одном районе, Ворошиловском. Ну не хочу я ехать куда-нибудь. Ну объясните, почему я должна ехать хрен знает куда? Или мне что, просто менять всю жизнь, мне менять всю работу, мне все это менять? Для кого? Я вышел с Инстива, когда депутаты побежали, мы с ним предоставляем квартиру, самую минимальную, 25 квадратных метров. Услышите? То есть мы готовы в ближайшее время все согласиться. Это точно будет там не год, не два, не сентябрь. Сколько работа сделать? Мы за неделю выпустим постановку. Две недели. Вы можете переехать в Верестаево в дорогую зарыбную квартиру. И жить сейчас. Есть второй вариант. Вы правильно говорите. Один человек или два. По областному закону, так как у вас два человека, мы вам можем предложить 33 квадратных метра. Потому что у вас одного человека. А во сколько живет там в квартире? Двое. 42 метра. Все правильно. Но 42 метра я вам не смогу выдать из местами квартиры. Потому что деньги властны, я должен буду выйти аукцион. А вот кто на этот аукцион придет и кто предложит 42 метра? Суворовский, я не знаю, там Ленинский район, Кировский, я не понимаю, это торги. Поэтому все без права. Либо получить 25 метров в новейшем комплексе, либо 42 метра, если вы хотите больше жилье, подождать, когда потом придут деньги, оценки, торги, это будет рост.